260 школьников стали участниками интерактивных занятий по правилам дорожного движения. Занятия прошли в начальных классах двух школ Сорска. Для самых маленьких учеников инспекторы придумали самый эффективный урок – мультлектории. Тематические мультфильмы помогли разъяснить ребятам опасные дорожные ловушки, в которые могут попасть невнимательные пешеходы. Школьники тоже поделились своими знаниями. Можно поднять ручку и сказать «пожалуйста». Пешеходный переход. Что пешеходный переход? Переходить дорогу по пешеходам? Молодец, еще, ребята, пожалуйста. Молодчинка, еще. На дороге можно переходить только на зеленый цвет. Умничка, еще, ребята. Ровно надо приготовиться. Школьникам четвертых классов напомнили, что игры вблизи проезжей части небезопасны, и рассказали о том, как капюшоны и шарфы ограничивают обзор проезжей части. Обязательной темой интерактивных занятий стало использование световозвращающих элементов на одежде и ранцах учеников. Инспекторы подарили яркий атрибут тем ребятам, у кого его не было. После теоретической части ребят ожидал сюрприз. На улице были расположены два патрульных автомобиля разных служб – военной автомобильной инспекции и ГИБДД. Посмотрите, номера разного цвета. Черные номера у нас у кого? У военных. У военных, правильно, а синие? Это мы. Многим ребятам удалось войти в роль сотрудников. Они включали громкоговоритель и предупреждали пешеходов и водителей о соблюдении дорожных правил, на ходу придумывая призывы. Совместные выездные мероприятия двух инспекций стали традицией. В следующий раз сотрудники ведомств направятся в Аскисский район.